Как зовут? Меня Надя. Как? Надя. Надя. Надежда. Безнадежная надежда. Малиновый закат. Да? Надя. Подходи. Ножками края. Они не идут. Надо подвинуть их. Так, только пока не толкай, хорошо? Да, я не буду толкать. Договорились. Я тебе скажу, когда надо. Да, я без Если не надо, не толкай. Я без твоего согласия не толкну тебя. Хорошо, не толкай. Не подходи только. Я встала уже. Нет, надо ближе. Это мне недостаточно. Блядь. Это достаточно. Нет. Вот. Хорошо. Блядь, это достаточно. Хватит меня подталкивать. Блядь, а если я уебусь в кусты? Кто меня в кустах потом найдет? Все остальные. О, блядь, как страшно. Ёб твою мать. Господи боже. Прости меня за все грехи. Смотри, темнеет уже. Темнеет. А кто меня в кустах в темноте найдет? Так. Думаю, нет. Тебе легко говорить! Я уже ничего не хочу! Отпусти домой! Тебе посчитать? Ладно, нет. Давай я закрою глаза, ты мне толкнешь. Разрешаю на толку. Продолжай съемку. Единственное, смотри, если так все просто, ты должна двумя ручками взять веревочку. Двумя. Куда? Двумя. Вот так, да, нет, слишком коротко. Все, вторую ручку возьми. А если я отпущу ее случайно? Ничего страшного. Вторую ручку возьми, вторую ручку веревку. Да, только не говори, что ты толкаешь. Сделай это спонтанно. Через 3 секунды, когда я закрою глаза. Тебе нужно рукой вторую взять, веревку. Блядь, господи. Возьми руку и возьми веревку. Двумя ручками возьми. Я уже ничего не держусь ни за что, кроме веревки. Господи, господи, господи. Не надо наматывать. Все, теперь надо еще же сажок сделать. Еще сажок. И начало, по-моему, чуть-чуть не то снял.